Утро понедельника началось с ошеломляющей новости. После обрушения мировых цен на нефть, курс доллара на международном валютном рынке превысил 74,8 рубля, а курс евро – 85,4 рубля. В понедельник, 9 марта, торги валютой на московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов в пятницу доллар стоил 68,5 рубля, а евро около 80 рублей, указывает Bloomberg. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 года. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК о сокращении добычи. Утром 9 марта Центробанк заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин о начале продажи валюты на рынке. Накопленных средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов. По данным ведомства, объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 года составил более 10,1 триллиона рублей или 9,2% ВВП. Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 60 лет, заявили в Минфине. Покупать валюту в выходной день 9 марта на фоне падения цен на нефть может быть невыгодно. В понедельник, 9 марта, на валютном рынке выходной, и торги валютой и акциями на московской бирже не проводятся, напомнил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Это играет в пользу завышения курсов доллара и евро в обменниках и онлайн-банках, поскольку банки вынуждены дополнительно перестраховаться в преддверии открытия торгов. В выходные и праздничные дни, когда московская биржа не работает, банки, как правило, дают более широкий спред, разницу между курсами покупками и продажи, напоминает финансовый директор финтех-маркетплейса VR Bank Роман Ромашевский. К примеру, если в будни, при хороших условиях или премиальном пакете обслуживания спред составляет 80 копеек, то есть клиенту, физическому лицу, предлагается покупать валюту по курсу биржи плюс 0,6%, то в выходные он вырастет до 2-3 рублей, а в период высокой волатильности и активных внешних факторов до 4-6 рублей. В таких условиях лучше дождаться открытия московской биржи во вторник утром. Во вторник, 10 марта, рубль и валюта могут повести себя по-разному. В частности, за резким обвалом часто следует коррекция, то есть некоторое движение цен или валютных рынков назад. Соответственно, может быть так, что купить валюту завтра может оказаться выгоднее, чем сегодня, просто потому что схлынет первая волна паники. Но возможен и другой тренд – дальнейшее снижение курса рубля. Думаю, что значительная часть снижения уже произошла, но если ситуация будет развиваться в негативном ключе, что весьма вероятно, то и 80 рублей мы увидим. Наверное, не на всю сумму активов, но увеличить количество долларов в своих сбережениях нужно. Сейчас еще все будет зависеть от ситуации с мировой экономикой, с коронавирусом. Пока что мы видим сложную ситуацию в Италии, чрезвычайные меры в США. Если все будет развиваться негативно, то мы увидим еще более сильное падение рубля. Нефть сейчас, я думаю, достигла дна, а вот общие проблемы с экономикой еще могут повлиять, сказал старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов. От падения курса рубля в выходной день можно получить и выгоду, напоминает Роман Ромашевский. Покупать валюту уже может быть поздно, кроме ситуации срочных поездок за границу. А вот над продажей стоит задуматься. Соглашение с ОПЕК Плюс действует до 1 апреля, и российские власти вполне еще могут изменить свою позицию. Тогда курс вернется к значениям 65-67 рублей за доллар, предположил эксперт. Цены на нефть, а следом за ними курс рубля и основные мировые индексы падают на фоне того, как Организация стран-экспертов нефти ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи. Последовавшее падение нефтяных цен оказалось худшим с 1991 года. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник INEON РАН Сергей Смирнов прокомментировал падение рубля по отношению к доллару и евро. Он отметил, что вследствие сложившейся тенденции прежде всего пострадает население России. Эксперт подчеркнул,
что в ближайшее время стоит ожидать рост цен. Смирнов считает, что Россия должна была достичь определенных договоренностей со странами-участницами ОПЕК+. В то же время аналитики отмечают, что сегодняшние цифры не предел падения стоимости нефти. Существует вероятность, что цены на черное золото могут упасть и до $20 за баррель. Обменные пункты в Москве уже поменяли свои курсы в соответствии с обстановкой на торгах Форекс. В то же время вокруг них не наблюдается ажиотажа из-за ситуации на валютном рынке.